наверное, для молодого поколения болельщиков Филиппа Инзаги, в первую очередь, с Миланом ассоциируется. Третий забивай! Перешич! Перешич! Гол! 3-0. Это уже разгром. И это конец для Болоньи в отдельно взятом матче. Кто бы мог подумать, что хозяева, которые так стойко держались полтора тайма, развалятся в самой концовке. Иван Перешич, голевая передача и точный результативный удар. Но это герой матча, наверное. Хотя, я думаю, поклонники Интера со мной могут и поспорить. И найдутся немало тех, кто на Нголану эти лавры отдадут. Потому что третий мяч забить все-таки, наверное, несколько проще, чем первый. Но сделал все классно. Перешич убрал на замахе и так немножко прокатил по газону своего опекуна. И вот как раз